Общественный транспорт должен работать для пассажиров, приходить на остановки точно по расписанию и возить людей осторожно и с комфортом. Об этом во весь голос говорят и чиновники, и горожане. На словах все гладко, однако на деле получается не так. Перевозчики зачастую не соблюдают правила. Люди, в свою очередь, пишут письма с претензиями в администрацию Хабаровска. За последнее время поступило 638 обращений, недовольных по многим статьям. То остановку не объявят, то только одну дверь откроют. И далее по списку. Маршрут 14 не соблюдает расписание, уходит с линии раньше графика. В салоне троллейбуса 291 холодно, водитель забыл включить печки. Водитель автобуса гаражный номер 675 курил в автобусе. Водитель автобуса номер 076 не произвел посадку пассажиров на остановке Волочаевская. Но эти жалобы капля в море по сравнению с недовольствами по поводу изменения маршрутов. В час пик во многих автобусах давка. Последние обращения поступили по поводу 83 и 85 маршрутов. Проблему намерены решать. Мы на тех маршрутах, которые сегодня не осуществляют вывозку пассажиров, то есть не вмещают желающих всех, мы будем менять класс транспортного средства. Это на 71-м. Это на 85-м и на 83-м. Это просто вот последняя жалоба, которая была, она это подтверждает. Еще одной проблемой остается долгое ожидание некоторых автобусов. Зимой это ощущается сильнее, чем в теплое время года. Вопрос в администрации предложили решить с помощью изменения расписания. За то, чтобы острые вопросы решались быстрее, а пассажиры были довольны, Павел Игошин и Василий Ермаков. Программа «Настоящее время».